утро, дорогие друзья. В общем, понедельник утро. Еду к доктору делать укол. Очередной укол. Хронотрон в колено, имплант мениска. На улице как будто зима наступила. Снова просто все замело. Минус 3. Утренние пробки в Сыктывкар. Ну все, доктор профессионал, надеюсь, поможет мне надолго, иначе я не знаю как. На нагрузах типа нельзя не бегать, все равно, чтобы не усугублять.